Здравствуйте. По телевизору я слышала, как один экстрасенс давал совет, как быть счастливым. Надо взять зеркало, чашу с водой, ведь вода может хранить информацию, и свечу, и говорить «я буду счастливым» и то прочее. А потом выпить воду. И так в одно и то же время каждую неделю. Считается ли это колдовством? Можно ли следовать таким советам? Здравствуйте. Это магический обряд. Все эти экстрасенсы и есть колдуны и ворожеи. Они сознательно входят в контакт с падшими ангелами, демонами, привлекая людей мнимым решением их всяческих проблем и мнимыми обещаниями счастья и здоровья. Они ведут к погибели их души и накликают на них и их семьи несчастья и болезни. Все те люди, которые пользуются их услугами, совершают тяжкий грех и будут судимы за это Господом. Когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Господь Бог твой, тогда не научись делать мерзости, какие делали народы сии. Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь через огонь. Прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых. Ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это, и за сиитом мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего. Книга Второзакония, 18 глава, с 9 по 14 стихи.